Всем привет, ребята, нужна помощь. Смотрите, я думаю, что этот видос будет актуален не только будет в помощь ко мне, а в комментариях вы напишите, как бороться с этой проблемой. Короче, смотрите, переоборудованный УПС обычный под аккумулятор, чтобы запускать газовый котел, выравниваем синусоиду с помощью советского СССРовского трансформа стабилизатора Таврия 3. Отработал он у меня один раз час, все нормально. Потом 2 часа отработал и начал уходить в защиту. Я думал, перегрелся. Через сутки запустил, и он выключается. Вот смотрите, подключаем, запускаем его. Загорелся светодиод. Сработала релюшка, запускается газовый котел. Сработал поджиг и сразу в защиту ушел. Значит, перегрева здесь нету, он вообще не может работать. Green Day я же отключил, конечно, он у меня раз час проработал, 2 часа. Значит, никакого перегрева нету на полевых транзисторах 26, на трансформаторе 24. Но когда 2 часа отработал, был трансформатор, в принципе, такой довольно теплый. Дальше, смотрите эксперимент, что мы отключаем газовый котел. Стабилизатор работает. Запускаем наш бесперебойник. Запустился. Ждем. Вот без нагрузки, без газового котла работает, не отключается. Значит, без нагрузки проработал 2 минуты, ничего не отключается. Я решил подключить паяльник и сразу мгновенно отключился. И вот смотрите, довольно-таки редкая частота мигания светодиода. Секунд 10 и мерцает. Сейчас вот смотрите, мы его перезапустим. Включился. Подключаем паяльничек небольшой. Все, вырубился. Короче, ребята, давайте, спецы, помогите. В чем здесь может быть проблема? Он рабочий был, этот УПС, работал котел, и вот такая проблема появилась. Вырубается при малейшей нагрузке. Жду, ребята, в комментариях напишите свои советы.